непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Всем привет, друзья мои. Эй. Мы едем на море. Сусаноглу, Сашка и мам. Вот такие шапки вчера купили. Теперь нам солнце не страшно. Мы едем как туристы. Смотрите, оставайтесь со мной. Будет очень интересно. Я уже сказала, мы едем в Сусаноглу. Очень интересно, как и что. Ну, покажу всю красоту, которую я вижу сейчас. Мы проехали к Скалисе. Горы смотрите. Сейчас переверну камеру и покажу вам. Вот что предстало моему взору и вашему предоставляю. Посмотрите, кругом гостиниц. Тут столько всего красивого. У меня глаза разбежались аж грима. Зачем ехать куда-то еще, когда под боком такая красота, вот видите, аж крем бенный гюрду, посмотрите. Алтынный, все есть уже готово, такая бухта, красота. Средиземное море, красивое, теплое, спокойное, тут не сгладить. Смотрите там. Видите, стараюсь вам показать. Здесь у меня знакомая, мы с ней встретимся. Но это будет попозже. Сусаноглу бурасы, через 500 метров вы прибудете к месту назначения. Сейчас мы выходим. Друзья мои, приехали мы в Сусаноглу. Вот так выглядит центр. Мы остановились не возле центра, а возле пляжа. Сейчас что-то захотелось мне мороженое. Не знаю почему, как маленький ребенок, но вот так захочу. Так интересно, наверное, будет. По-другому здесь совсем. В общем, мне очень все нравится. Очень. Цены. О, тут большие 35 лир. Ашкин, как ковбоец у меня. Ашкито, накармысин? А, как ему подошла, да, шляпа? Вот такой пляж. Конечно, меньше пляж, чем в Каскалисе. Ну, надо все попробовать. Сусаноглу Диорум. Даха Кючук. Пошли мы купаться. Вот, наконец-то мы нашли места. Никто нас не спросил ничего за зонтики. Сами сели, сами нашли. Мне кажется, здесь глубокое море. Сейчас мы попробуем со Шкимом, зайдем посмотрим. Рядом дома. Ну что, пошли мы купаться, Ашкин. Хады. Мы искупались, получили огромное удовольствие от моря и от пляжа. Во-первых, какие здесь преимущества? Здесь не мелкое море. То есть оно, допустим, вот до этих пор и на большом протяжении. Очень нам понравилось. Во-первых, здесь не переполненный пляж, посмотрите сами. Вот даже далеко, и то по пояс некоторым, по плечо. То есть в разных расстояниях, на разном расстоянии, все равно глубоко
нету глубины такой, не чувствуется. Но вот так вот можно с удовольствием поплавать. Мы со Шкылом даже не хотели выходить. Очень нам понравилось. Мы заняли, пока к нам никто не подошел, не сказал насчет цен, сколько стоит зонтик и лежаки. Ну, все расскажем вам попозже, наверное. Ну, нам очень понравилось. Ашким, шим десен десоли, посмотрите, какой шикарный вид оттуда. Набережная. Вот здесь видно центральный пляж, а там уже отели. Очень красивое место. Средиземное море вообще чудесно. Но такое соленое. Мы поныряли со Шкымом. Начихалась я там. Не жизнь, а малина. Надо себе устраивать выходные хотя бы раз в неделю. Следующие планы у нас поехать на корабле с Каскалиси. Дай бог, чтобы все было хорошо, и на следующую неделю рванем путешествие. Ашкабу гемида качсат сурьеру. 6 часов. Представляете, как классно. Гизель. Каскалиси дано? Чикиор в геми. Ашкин тоже наклыпался. Линии машки. Шляп с ней куланмерся. Ашкин, знаете, что сказал? Что это? Мне, говорит, лошадь сейчас надо с этой шляпой. А я себе вот такую купила. Что-то, мне кажется, она большая вот здесь. Вот меньше не нашла. Ничего, красивенькая, беленькая. Легенькая, не жаркая. Очень красиво, так классно. Нам понравилось. Чокпен бимбар, бурасяшки. Спокойно так вообще. Никакого движения, суматохи, суеты. Море обалденное. Самое главное, море мне понравилось. Да, море везде хорошее, средиземное. И бесподобное. Будем отдыхать, загорать. Сейчас придут наши друзья. Будем знакомиться с ними, вас познакомлю, если они не будут против. Хочу вам показать пляж. Смотрите, кругом песок. Обалденный пляж. Камушек нет почти. Вода, видите, какая прозрачная, и то она пачкается из-за воды. Море теплое, теплое. Посмотрите, сколько людей. Друзья мои! Такой кайф вообще! Обалденное море! Телефон не брал у меня. Так выглядит пляж. Показала все, поделилась своим впечатлением вообще. Супер! Друзья мои, вот это Лена, о которой я вам рассказывала в предыдущих видео, наконец-то мы встретились. Лена, ты расскажи ну-ка сейчас. Вот Лена здесь замужем, расскажи сама себе, чтобы люди знали. И Вере привет, передай. Верочка, привет. Верочка, тебе от нас. Привет от нас, да. Ну как, я из Беларуси, угу. Города Бреста. 3 года замужем за турецким гражданином. Да. Ну, в настоящее время мы как бы так в основном проживаем еще пока в Беларуси, ну, как бы таким, ну, сложимся обстоятельством. Uh-huh. Но планируем тоже в ближайшем будущем что-то проживать. Мне тут очень нравится. Шикарные пляжи, шикарное море, шикарный воздух. Еда прекрасная, одежда недорогая. Ну, короче. Только жарко. Да, только жарко, да, очень. Ну, это ж так хорошо. Это самое, ну, как бы жарко так. Жарко именно днем. Да, вечером хорошо. Вечером все как бы хорошо получается. С где-то 6 часов до 7, ну, в общем, прекрасная погода. Как бы все гуляют, так. Я в России смотрела, там уже похолодало, говорят, осень наступила. Представляешь, как обидно. А у нас здесь лето в самом разгаре. Так что мы сейчас с Леной пойдем скупаемся, а потом продолжим с вами общение. Да, в кафе там, если еще посидим. С Еленой накупались, сидим сейчас, общаемся.
Друзья мои, а, с Оляшкой, друзья мои. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Они скажут, дорогие друзья. Поляну открыли. Дорогие друзья. Друдеркену гордыми. Снимаем видео для Верочки и для всех вас. Верочка, смотри наше видео. Мы с Леной познакомились, подружились. У нас многого общего. Много многих, знаете, что общее? Цели какие-то у нас похожи друг на друга. И мы женщины, которые не останавливаемся на одном, а думаем и хотим идти вперед, и идем, и еще думаем за завтрашний день. Вот, поэтому у нас все получится в жизни. Да, вот наши мужья нашли тоже общий язык. И как будто не виделись 100 лет, или как будто они знакомы с друг другом 100 лет. Разговаривают. Вот мы сейчас ходим по Сусан-Оглу. Мне очень понравился этот курорт, друзья мои. Я вам сейчас покажу, какие красивые, посмотрите, гостиницы, отели здесь. Замечательный пляж, обалденное море и само дно такое хорошее, глубокое. Очень понравилось Сусан-Оглу. Обязательно будем приезжать. Покажи сюда отель, на курорт. Покажи отель. Угу. Смотрите, как красивые клумбы. Ухоженное все, приятно смотреть. Молодец, турецкий народ. Видите, переполненное все. Вот куда приезжают люди со всей Турции. И границы то, что закрыты. Нам не страшно. У нас есть свои замечательные курорты. Отель с бассейном. Очень красиво. Наверное, там впереди еще красивее. Вот аттракционы я вижу. Видите, чертово колесо. Сегодня замечательный день, субботний получился. Тут такой песок белый-прибелый, видишь, правда, как бы такой вот он. А этот, интересно, зимой как здесь? Зимой тут тепло, как обычно, ну столько стоит. Не скучно здесь, наверное, туристов нет, немножко скучновато, не так ли? Тут очень много местного населения. Но все равно, наверное, будет не так весело, как в Мерсине, да, но летом здесь вообще супер. Слушай, а кто там слишком веселится в том Мерсине, понимаешь? Угу. У нас, например, там в Беларуси, да, где там, кафешки, где танцы, где какая-то, понимаешь, нет? Ну, да, здесь вот меня спросили даже, где у вас есть такое вот место, где вы там развлекаетесь там. А я сказала, у нас это место называется торговые центры, где люди в субботу, воскресенье могут прийти с семьей, походить, купить что-нибудь, шмотки какие-нибудь. И потом же покушать, аттракционы там для детей есть. И также пообедать, поужинать и позавтракать. Все в торговом центре. А у нас в Грузии, например, выходишь на бульвар. Ой, Ашкин! Гуля, блин! Горку и ромашку! У нас можно, например, пойти там на набережную, в бульвар. И там все, все развлечения. А здесь торговый центр. Профессионалы играют в волейбол. Видите, как весело. Evet. Cowboy Ender. Cowboy Ender. Texas'tan yeni geldi. Откуда вы? Nereden geldi? Мы сейчас направляемся к ним домой. Душ принять, поменять свои вещи морские. И вода же такая соленая. А потом мы отправимся еще погулять, если не будет поздно. Мы очень довольны, друзья мои. Покажу вам немножко центр здесь, наверное. Центр. Там дальше магазинчики, где продают сувениры. Вот такое здесь чертово колесо. Маленькое чертовое колесо. Не работает.
Ну, русскоязычных я здесь не заметила. Ты вообще увидела русскоязычных? Ты знаешь, там вот недалеко от нас, там это самое, есть две женщины, которые тоже. Ну, так, чтобы их много видеть, на не видишь, не так? Mm-hmm. Ну, в прошлом году как бы так, когда дома пошли. Как бы так видела там, в отеле. А как с соседями вот общение? Так и мы живем 3 года у нас так. Здрасте, до свидания. Такие, тем более там самые Сири аренда получается. А, Сири, да. Я тебе говорю, вот это, ну, я тут снимала бумажку. Квартира все полностью небостроена. Ну, понимаешь, потому что собираемся. Тоже вот торговые какие-то палаточки. Продают гюмюш, серебро, Дубай Алтина, даже золото с дубайское, вау. Наверное, бижутерия это, да, скорее всего. Жандарм блюстит за порядком. В общем, нравится тебе, да, в Турции? Отдохнула ты? Знаешь, нравится. Отдыхать. Потому что привыкла уже, там у тебя свое работа. Надо работать. Работа. Получается, видишь, я как бы так, видишь, не могу работу оставить. Так просто получается, просто вот, просто. Угу. Тут летние дома, наверное, да? Или постоянно живут, наверное. Ашки бурасы язык эвлери? Ну, наверное, постоянно, тут разные, угу. По-разному. Смотрите, какие ухоженные здесь садики. Поливают. Видите, какая красота. Молодцы, молодцы. Поливают. Ай! Хотел бы сегодня не ходить в банк, да? Я говорю, что-нибудь купить, потому что тоже в банке, знаешь, проблемы получается. Но в этом центре медицины я бы не смогла бы жить. Мне вообще такой воздух, понимаешь? Такой циркуляции нет. Не, у нас хорошо там. Это такой район и свое все есть, но все равно, ну где мама живет в Грузии, такого точно нету. Хочу показать вам этот домик, сито такой интересный, посмотрите, как ухаживают вообще. Очень понравилось Сусаноглу, очень. Мы идем вдоль набережной, и вот кругом такие сито с такими ухоженными садиками, а? Садами. Это что же подстригли? Молодцы они. Делают все для людей, для отдыха. Здесь снять квартиру. Какая цена? Не знаете? Не знаешь ты, Лена? Вот елочки. €200? Лир? 200 лир в день? Наверное, на лето, да? Вот посмотрите, пляж такой. Эти закрытые зонтики уже все. Посмотрите, сказка. Ради этого сада можно здесь только жить. Киса. Мяу, киса. У нас только фрукты остались. Сусаноты хотель. Новенький, хорошенький отельчик. А что-то людей не видно, может, не открыли. Вот, кругом здесь отели. Еще далеко до вашего дома? А? Далеко? Перейти надо дорогу? Да. А-а-а.
Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Один туда, другой сюда. Ну ты уже выучила это, да? Кого? Сусановлу. Что-то там, что-то. Знаешь все. Что-то куда? Изучать, да, быстро освоилась. Нам надо туда через дорогу. Вот Леночка живет в этом доме. Посмотрите, какой красивый дом, новостройка, ему 3 года. Вот. Сейчас посмотрим, как внутри будет. Но, ну, хороший, да, машина вообще. Вера, привет, тебе передает. Верочка, привет, Лена передает. Да. Наши мужья нас ждут и ждут. Мы где-то всегда отстаем. Вот. Прямо смотрит другой дом. С другой стороны, наверное, на там, сад. Там вообще ничего нет. Такой подъездик. С подъездика такой вид. Хочу показать вам вид с Ленинова и Али балкона. Посмотрите, какой сад здесь. Сейчас темно, не видно. Таких 2 балкона с этой стороны у них. Больших вот так сидят. Посмотрите, хорошо. Али и Эндер. Вот. Вы видите? Пахнет селенью. И... Сусаноглу пахнет. Вот так вот. Мы душ приняли, сейчас будем собираться путь. Сейчас мы будем кушать, а потом пойдем. Вот такой лохманджу мы будем кушать. Турецкая пицца называется. Вот такой здесь это, сервис есть. Приятного нам всем аппетита. Леночка. Мы так вкусно покушали лохманджу, сидели на балконе, свет выключили. Такая романтика, бежим домой на остановку. Мы уже почти здесь, и Али с Еленой нас провожают. По всему Сусаноглу отключили свет, включили движки. Они нас... Ага. Они нас... Они нас, мы... А! Так вот, видите, как...